Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮРГУ объединила факультет компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники, бывший приборостроительный, и факультет вычислительной математики и информатики. В структуре школы 10 кафедр, которые готовят бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов. Для нашей высшей школы важно, чтобы абитуриент, который к нам хочет поступить, был заинтересован в создании новых систем, в развитии в области информационных технологий, радиоэлектроники, чтобы ему было интересно решать сложные, тяжелые инженерные задачи. Причем это должен быть относительно ленивый студент, для того, чтобы ему не хотелось работать руками, а хотелось работать головой. В студенческие годы у ребят есть возможность послушать лекции ведущих мировых ученых, пообщаться с иностранными коллегами в рамках конференций, пройти стажировки в международных компаниях. Те же, кто получил степень бакалавра, могут поступить в магистратуру на программу двойных дипломов, которые включают в себе обучение не только в России, но и в Финляндии. Такие возможности делают Высшую школу электроники и компьютерных наук привлекательной как для российских, так и для зарубежных студентов. Кстати, специально для иностранных студентов открыта полноценная магистерская программа на английском языке. Ваша система образования немного отличается от нашей. Здесь у вас есть достаточное количество времени для самообразования и множество различных курсов. Это дает свободу выбора, вы можете найти желаемую программу. Здесь, как и везде, есть свои недостатки, но в целом мне нравится ваша система образования. Высшая школа электроники и компьютерных наук готовит специалистов в области приборостроения, радиоэлектроники, автоматизированного управления, информационной безопасности, информатики и инженерии программного обеспечения. Здесь учатся создавать беспроводные датчики, внедряют технологии умного производства, выявляют и анализируют скрытые закономерности в данных и разрабатывают системы автопилотирования. Мы разработали систему посадки самолетов. Она на сегодняшний день проходит государственные испытания. Эта система позволяет обеспечить заход на посадку при нулевой видимости. И при нулевой же видимости пробежаться по взлетно-посадочной полосе вплоть до остановки. Кроме разработки инновационных систем, у студентов есть возможность проявить себя в олимпиадной работе. Global Game Jam – крупнейшее мероприятие по одновременной разработке компьютерных игр. Ежегодно проводится на базе ЮРГУ. Победители этих соревнований и чемпионата по программированию, кроме призов, получают возможность стажировки в ведущих IT-компаниях – Microsoft, Google, ВКонтакте, Яндекс. Также ребята участвуют во всероссийских и мировых турнирах по программированию, автоматическому управлению и радиоэлектронике и выступают со своими разработками на конференциях. Одна из ведущих задач высшей школы – модернизация системы обучения программистов с целью повышения их конкурентоспособности на мировом рынке труда. Реальный мир ставит какие-то вызовы, задачи дает новые. И так появляются новые задачи, и, соответственно, надо мониторить то, что в области компьютер-сайенс происходит на научном фронте. Вот. Мониторить, какие новые задачи, какие задачи появились там в европейских контестах, какие задачи появились в российских контестах, соответственно, в китайских контестах. Всестороннему развитию студентов способствуют лаборатории, которые функционируют на базе высшей школы. Например, это лаборатория Emerson Plant Web, где развернута полнофункциональная интеллектуальная система энергорегулирования, разработанная корпорацией Emerson, мировым лидером измерительных систем и автоматизации производства. Она позволяет студентам на практике изучить измерительные и контролирующие системы последнего поколения. Также в состав высшей школы входит и лаборатория Эндершхаузер. Работа в каждой из перечисленных лабораторий является важнейшей составляющей обучения конкурентоспособных на мировом рынке труда специалистов. Также все студенты имеют доступ к суперкомпьютерным системам мирового уровня. На суперкомпьютере Торнадо ЮРГУ можно выполнять любые точные расчеты и разрабатывать компьютерные модели сложных процессов и систем.
Кроме того, у ребят есть возможность поработать в научно-образовательном центре информационной безопасности, созданном в сотрудничестве с мировым лидером в области информационной безопасности – лабораторией Касперского. На Южном Урале такая лаборатория первая и пока единственная в своем роде. Практика на ведущих предприятиях региона и России позволяет студентам понять, чем они будут заниматься как выпускники. И на деле убедиться, насколько важны сегодня эффективные методы сбора, передачи, обработки и защиты информации. Ребят с самого первого дня активно вовлекают не только в учебный процесс. Их ждет активная жизнь за пределами лекций и практик. Одни выбирают научную стезю, другие идут мериться силами на чемпионатах. Если студент не может определиться, ему обязательно помогут выбрать наиболее подходящий вариант, который захватит его настолько, что в дальнейшем хобби может перерасти в серьезную научную работу и стать любимой профессией. Все равно ты понимаешь, что если ты занимаешься своей учебой, там, творчеством, постоянно вот этот какой-то круговорот, у тебя нет времени, по-хорошему нет времени, чтобы там расслабиться, погулять с подругой, там, ты просто углубляешься во все это, и тебе это начинает нравиться, вот этот постоянно какой-то вот живой такой мир, когда ты сначала программируешь, потом там, чтобы отдохнуть, как-то там сочиняешь музыку или там играешь какие-то произведения, тут конкурс, тут учеба, и это вот разноплановая деятельность, она помогает в то же время отдыхать и все равно заниматься тем, что тебе нравится. Чтобы поступить в Высшую школу электроники и компьютерных наук, будущим бакалаврам и специалистам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике или физике. Желающие учиться в магистратуре и аспирантуре сдают внутривузовские экзамены на основе профильных дисциплин. Здесь вы получите лучшее образование в области информационных технологий, и что самое главное, вы устроитесь на работу, на высокооплачиваемую работу по специальности. Более того, у вас не будет проблемы с нахождением рабочего места. У вас будет проблема выбора, потому что каждому нашему выпускнику на выбор предлагают 3-4, иногда больше мест трудоустройства. Наши выпускники пользуются колоссальным спросом на рынке труда программистов в нашем регионе. И многие из них и уезжают работать и в Москву, и за границу. Перед выпускниками открываются большие перспективы. Высшая школа электроники и компьютерных наук готовит профессиональных программистов и инженеров. После окончания университета ребята работают в таких компаниях, как Emerson, Google, Мегафон, Вымпел.ком, Яндекс, Газпром и многих других. Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮРГУ – это гарантия успеха, надежный старт и широкие возможности.